Всем привет, друзья! С вами снова я, Жабка, вы на моем канале, и это новенький видосик. Сегодня я буду выбивать джекпот, ребят, тот самый ядовитый джекпот, Веном джекпот, Веном. Я помню, как его назвали, Веном, я такой, типа, Веном, алло, серьезно? Ну, Веном это, по сути, тоже, типа, ядовитый, ну так-то. Ну так-то, да. Вот, ну ладно, не в этом суть. Короче, новый джекпот. Это один, типа, из всадников апокалипсиса или типа того. Вот, я очень хочу еще следующий джекпот выбить, который будет. Ну, скорее всего, он тоже будет всадник апокалипсиса. Я его, кстати, показывал, такой желтый. Там он с парангом еще машет так вот. Еще стучу по столу, ну ладно. Короче, вот, сегодня будем это выбивать. Ребятки, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Мне очень приятно, когда вы это все делаете. Вот, вообще просто огонь. Будьте олдами, все, кто подпишется до 300 тысяч, будут моими олдами. Они будут для меня, типа, самыми такими фаворитами. А после 300 тысяч, ну, типа, подписчики, спасибо вам. Так что, бро, будь счастлив олдов. Ну и, собственно, мы начинаем. Погнали, братан. Па! Ну что ж, мы начинаем, короче, вот. Собственно, у нас есть алмазики, есть новый джекпотик. Наверное, сразу нужно парня выбрать, кстати, персонажа. Персонаж, парень, давайте вон Хаята выберем. Он вроде бы симпатичный. Да-да. Короче, ядовитое касание. Ой, как же меня это раздражает, эти звуки. Пау-пау-пау, окей, я тебя понял. Давайте потише сделаем чуть-чуть. Ну и, собственно, мы начинаем, ребят. В этом джекпоте ничего нового не появилось, насколько я знаю, да? Угу. И мы не выбили, насколько понимаю, только ноги. О, май. Только ноги. Остальное все у меня есть, так что все нормально. Давайте. А, у меня еще есть эти купоны. Вы понимаете, что я буду делать. Ладно, погнали, давайте с первого раза. Давайте. Я же теперь змей, это же, да? Я же теперь змей. Мне в прошлый раз повезло. Да, я теперь змей! Еее, ярость Рома, самая говёная граната, потому что, почему она говёная, вы спросите, типа, она же нормальная, да, она нормальная была, когда она была в пропуске, а ей добавили джекпот, вот зачем вы добавили джекпот, Гарет, ну зачем, ну серьезно, это ж такое себе, ребят, сейчас продолжим дальше, но сейчас такое будет, вот вообще, просто, сейчас вот защиту поставлю, окей, готовьтесь, защита. Но есть один шанс тебе помочь. Один шанс. Один XBET. Один XBET. Один XBET. Один XBET. Но спонсором данного видеоролика является 1xBet. Ведь там самые высокие выигрыши, самые большие коэффициенты. И это самый надежный и качественный букмекер. Там есть не только спортивные рубрики, но и киберспорт. Да-да, именно так. А при первом депозите по моему промокоду, который у нас сейчас вот закреплен в комментарии, да-да, именно там, ты можешь получить до 6500 рублей просто так на халяву. Но только при первом депозите. Так что такие дела, бро. В комментарии заходи, там все есть. Вот, и не забывай, знаешь что? 1xBet. 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 Блин, все, я защитил нас от этих вторжений рекламных, ну вы поняли, да? Вот, ну собственно, давайте продолжаем крутить. Я надеюсь, что я когда-нибудь выбью это выбью. Угу. Сейчас опять звуки, пау, ту-ту-ту там будет. Ну выпадает всякое дерьмище. Кстати, мне выпадают эти штаны или нет, я такие понял. Стоп, они туда еще и лутбоксы сунули, этот, новогодний, что ли? Стоп, не показалось, или там новогодний лутбокс был? Подождите. Мне кажется, или я тупой? Да!
Сейчас бы давай тулбокс новогодний еще. Просто фейспаун. А почему мне не увеличились эти? А, может, ладно. Ладно, короче. Я понял, они увеличиваются, баг какой-то. Так, 30-я попытка, и я опять ничего не выбиваю, потому что кто я? Правильно, я лошочек, это нормальная тема, я уже этому привык. Окейси, окейси, спасибо, игра, благодарю. 5517 жетонов обмена, чтобы вы понимали. На что мне их обменивать? Вот на что мне их обменивать? Ну вот серьезно, вот посмотрите, вот на что мне их обменивать? Ой, куда я зашел? Куда я зашел? Жетоны обмена, во. На что мне их обменивать? На пазлы? На сканеры, которые мне недавно нападали на год вперед сканеры. Вот на что? Ну серьезно, вот. Типа, окей, вначале, типа, там, блин, прикольные шмотки были, но сейчас мне на что поменять. Ладно, пофигу. Давайте соберем. 550 алмазов, погнали. Давай, братишка, я в тебя верю. Давай, давай, давай. Ну, угу, угу, спасибо, да, хорошо, да. Отлично, спасибо, игра, спасибо, от души. И там еще эти звуки, ну блин, как же отвратительно, почему нельзя это выключить, алло? Почему нельзя тебя выключить? Ну, костюм, кстати, секосный, вообще секосный, мне он очень нравится. Просто топчик. Ладно, погнали еще раз. Раз мне не упадает, вот, то будем грустить. Мне выпал ярость Рома, Романа. Просто отлично. Я так рад, что... Вот, если честно, вот, сейчас будет немножко, вот, сейчас у меня будет немножко бомбежа. Смотрите. Что бы я убрал бы отсюда? Вот честно. Ярость Рома 100% бы убрал бы. Убрал бы... Вот этот вот лутбокс. Окей, сюда. Ну, остальное бы оставил бы, в принципе. Ну, типа, это нормальная движуха вся. Вот, но вот эти вот два предмета мне не нравится. То, что, блин, ну, камон, ребята, алло, вы что, офигели? Даже пакет нравится. Ну, такое, ребят. И уберите этого чертова еще кролика, он мне уже так надоел. Реально, кролик вообще, наверное, всем надоел. 70 попыток, и я ничего не убиваю. Ребят, чекайте, 150-я попытка. Будет на 150-й попытке, мне выпадет. Вот я вам отвечаю. Отвечаю. Ну, примерно к 150-й. Ну, может быть, и раньше. Ну, учитывая мое везение. Как бы в прошлый раз повезло, да? Типа, на двух джекпотов сразу. Ну, типа, сейчас опять все, до свидания. Ладно, погнали. Жаба. Когда жаба убивает джекпот. Да, конечно, жаба убивает джекпот. Все, золотой. Сейчас должен выпасть. Давай, пожалуйста. Ну, я тебя умоляю. Я тебя прошу. Я не понимаю, теперь, типа, ярость Рома, это место зайца этого, кролика? Рили? Мне даже магический куб перестал падать. Просто ярость Рома, ты серьезно, игра? Спасибо. Спасибо! От души, от души, душевно душу. Просто отлично. Спасибо, благодарю, погнали еще. Не, я просто в шоке немного. Так. О, 90 попытка, отлично, мне ничего не падает. Супер. 94 попытки. Ничего не падает. Но прекрати ты уже эту анимацию. Алло, игра. Ну уже реально достала эта анимация. Пам-пам-пам. Классно. Окей. Мне осталось немножко попыток. Сейчас должно выпасть. Пожалуйста, я тебя умоляю. Все. Все, спасибо. Спасибо. Ну, 100-я попытка. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Да прекрати ты там эмоции свои юзать какие-то, непонятно. Кстати, если бы на стартовой локации можно было такие эмоции юзать, это было бы топово. Да и вообще в карте. Типа, прикольно. Фух. 100 попыток. Рад я? Ну да, рад. В принципе, рад. Блин, какие у него ноги большие, вы только посмотрите. У мутанта. Не, ну и теперь я рад. Теперь норма. 99 попыток. Не 100, 99. Так что я в соточку уложился, понимаете? В соточку уложился. Топчик, топчик, топчик. Нормально. Блин, у него еще и сзади вот эта вот тема. Прикольно выглядит. Но вообще сами соты неплохие. Но я хочу больше всего желтый. Вот желтый я даже, наверное, его открою. Так, давайте посмотрим. Ну, так он выглядит.
набор ядовитое касание. Поближе посмотрим. Е-бой. Ну что ж, братишка, я тебе коллекцию оставлю. Будешь ты у меня в коллекции лежать, в моей драгоценной коллекции. Кстати, у меня, по-моему, самая большая коллекция в СНГ из игроков. Е-бой. Не, ну это круто. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня вечером, наверное, будет чит-патруль, так что ожидайте чит-патруль. Ну а с вами был я, Жабка. Знайте, что вы самый-самый лучший у меня. Всем спасибо, кто смотрит меня. Спасибо, что поддерживаете. Вот реально, искренне, от души. Спасибо вам большое, что поддерживаете. Мне очень приятна ваша поддержка. То есть вы там пишете комментарии. Я, кстати, многие комментарии читаю. Если вы думаете, что я типа через вас зажрался, то да, вы правы. Но я читаю комментарии, даже некоторым отвечаю и лайкаю. Так что, братаны, типа, у меня еще, как бы, хоть и времени не так много, но, типа, турниры, там, видосы. Вот, но я нахожу время, чтобы уделить вам времени на ответы. Плюс, кстати, вот очень много времени сейчас занимает этот чит-патруль, потому что много я видосов не вставляю, вот, и отправляю там отчет, чтобы их забанили, поэтому это тоже времени жирает. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал, спасибо вам, вы самые лучшие, всем пока, пока-пока-пока, пау. Он слишком маленький, друзья смеются над тобой, потому что он вечно падает. Хочешь, я подниму тебе его? Поднимаем рейтинг быстро, дешево, надежно. Ссылка в описании.